Привет всем, мы с Украины. Ну что, продолжим челлендж, поюзаем вместе. Нашел я один цилиндрик, такой уникальный, с историей. Но история такая длинная, так что давай бери чаек, кофеек, печенюшку. Такую прикольную печенюшку с шоколадными бубочками. Ну и отдыхая, я буду рассказывать историю и поюзаем этот цилиндрик. История в чем заключается? Если мне звонит коллега, говорит, что он нашел какой-то цилиндр с английским профилем, я уже так немножко поднапрягаюсь. А вот когда он говорит, что это цилиндр двухрядка, меня начинает улыбать, потому что я понимаю, что это цилиндр СМТ. Вот такой вот цилиндр, двухрядный, с английским профилем. Вот такой вот ключ, тоже два ряда зубов. Вот. Что это вообще за цилиндр? Как он появился? В этом суть истории. Когда-то давно, лет 15 назад, был у нас клуб. Такой тайный клуб спортивного открытия. Собирались мы с друзьями, с коллегами продвинутыми и юзали разные замки. На тот момент чисто практически мало кто открывал. В основном чисто открывали двери, это как выражалось, сверлили, потом подметали. А нам было интересно именно открывать все без повреждения замков, потому что мы видели, что европейцы это могут, соответственно, чем мы хуже. Ну, в общем, собирались мы и юзали разные замки. Немножко выпивали, конечно. Ну, как немножко, насколько позволял бюджет клуба. Иногда и достаточно выпивали, и за второй ходили, и за третий. Ну, и рисовали разные там прототипы, делали какой-то там инструментик интересный. На тот момент в основном были суверенные замки, ну, популяризировали их. Ну, мы быстро их пробежали, ничего интересного там не было, может, там, ну, какие-то там типикинг был, чиза, что-то, может, такое, а так, в основном, все серое. Вот. А с цилиндрами тоже была беда, потому что из перф был только мультилок, азбы, тес, ну, не так много было перф, и не такой большой интерес они вызывали. А вот когда попадался какой-то английский цилиндр, тут уже мы залипали. То есть нам было уже по тем временам интересно английский профиль, потому что попадались БКС, Гера, ГГ, или мы называли GG. Вот то уже можно было посидеть, что-то поковыряться. И с другой стороны, мы на тот момент работали с Сашей Зяном. Такой вот был у нас коллега, вернее он есть, не знаю как его назвать, украинец китайского происхождения. Или китаец с украинским характером, не знаю, что сказать, чтобы его не обидеть, потому что очень хороший человек, очень хороший парень, он выходец из Китая. И он все хотел завести какие-то цилиндры, чтобы они были, с одной стороны, недорогие, а с другой стороны, чтобы именно были взломостойкие, потому что на фоне всего того, что было, надо было что-то интересненькое. И вот он склонен был все к перфам со слайдерами, комбинированным с цилиндром. А мы говорили, что давай присмотримся все-таки к английскому профилю. Ну, в результате различных там поездок Саши, изысканий, там предложений, мы наши предложения, предложения, то, что может делать завод, и родился вот этот цилиндр. Вот. Но тут уникальный цилиндр еще в одном моменте есть. Я потом продолжу. Сначала поюзаем. Что вообще представляет этот цилиндр? Два ряда пинов, 9 пинов тут вообще всего активных. И все, абсолютно все драйвер пины здесь фигурные, грибовидные. Но есть еще один моментик. То есть тут в плаге есть еще 4 пина. Какая их роль? В паре, то есть левые пины, левый ряд, кей-пины, они гладкие, а правый ряд весь фигурный. 4 пина фигурных кей-пина. И вот в паре с вот этими дополнительными активными пинаниями они делают такую систему антипикинг. То есть в их выборочки попадают вот эти пины и цилиндр блокируется. Это все очень интересно происходит. Вот я поюзаю и покажу. То есть это реальная система антипикинг в самом цилиндре. Так, сейчас настрою эту штуку. Этот агрегат. То есть все драйвер пины фигурные, все 9 пинов. Кей пины левые 5 пинов гладкие, а правые они такие фигурные, все такие порезанные. И плюс система антипики. Но я покажу один из способов его открытия, потому что очень много зависело, конечно, от комбинации этого цилиндра.
Очень много. Были такие крайне сложные моменты. Что я делаю? Ну, это один из способов. Для начала надо понять, что у нас справа рядом с антипикингом. Что он вообще, в каком местах он стоит и как он работает. То есть, крайне аккуратненько я потихоньку нажимаю пины и проверяю их свободный ход. Вот первый, второй вроде нормально. Идем к третьему. Все, я же даю обратки. Третий поставил, но вылетел второй. Вот поставил второй, первый и третий. Ну и самый вредный, наверное, будет четвертый. Надо под него подлезть. Все выпадает. Ну не все, но много чего выпало. Второй выпал. Вот поправил. И понимаю приблизительно... Приблизительно, очень приблизительно поменяю высоты. После этого что? Надо работать с левым рядом. Естественно, мне натяг будет мешать. Я переустанавливаю натяг. И буду работать уже с левым рядом. Не убираю тот, потому что он еще пригодится. Не очень удобно тут на самом деле. Здесь. Опа. Один пин поставил, даже два поставил. Как-то одним ударом. Ну и проверю здесь. Здесь все, конечно, заново плохо. Правый ряд. Есть. Есть. Так, третий. Есть. Да, есть. И четвертый. Давай. О, отлично. Так, что имеем? Правый ряд хорошо. На левом ряду два пина я только умудрился поставить. Идем дальше. Так. Тут у нас хорошо. Поставили. И что у нас тут с четвертым пином? О, тоже хорошо. Тут не поставилось. Третий. Хорошо. Так. О, теперь уже вообще все мило. Мне не мило. Так, хорошо, хорошо. Но с пятым ничего не понятно. Проверим правый ряд. Тут хорошо, тут второй пин плохо. О, какая сработка. Но это ничего хорошего в этой сработке нет, потому что надо теперь вставлять этот натяг, чтобы аккуратненько разворачивать. Ничего хорошего как раз в этой сработке нет. Тут хорошо. Тут аккуратненько. Хорошо. Нравится. Так, третий. Тоже аккуратненько. О, полезло что-то там. Двойка. О, хорошо. И остается четверка здесь. Надо как-то под нее подлезть. Хорошо. Что мы имеем? Тут вроде как все хорошо. Ну, снова пойдем дальше. Все крайне нежненько. Сейчас чуть-чуть стул пододвину, потому что удобно. Так, тут у нас вроде как все мило. А что у нас с пятеркой? Ага, с пятеркой у нас... Горе-горюшка. О, вроде как все. Зашибись. И снова правый ряд.
первый хорошо, второй плохо. Хорошо. Третий плохо. Хорошо. Второй плохо снова. Опа. И вот такие вот чудеса. Ну, все очень нежно. Но так, спасибо, что не дал мне позориться с цилиндром. Вот. Но не самая сложная комбинация на самом деле. И не самая... ну, это не конец истории. Там чуть-чуть продолжу. Цилиндр уникальный на самом деле. Пришлось мне на время отъехать. Открыли мы с коллегой и подписчиком нашего канала Мультилок. Но вот вернулся, продолжим историю. Так, Женя, с тебя коммент. В чем уникальность этого цилиндра? Не в том, что там он там тяжело вскрываемый или еще что-то, а уникальность в том, что он сделан в Китае. А в Китае есть такая народная забава. Я не знаю, народная забава заключается в том, что нестабильное качество. Их надо контролировать. Вот тут так получилось. То ли они карму боялись попортить, то ли не знаю что. Но, в общем, идея в том, что первая партия пришла супер, все хорошо. А вторая партия пришла один, в некоторых цилиндрах один плаг заряженный, а второй не заряженный. Нет антипикинга. Аргументировали они нам потом это, что ну а зачем? Типа внутри помещения заряженный плаг. То есть снаружи понятно, а внутри типа не надо. Но хотя бы предупредили бы со старта. Мы долго выясняли, тут есть какие-то там нашлепки на китайском. Так, это закроем. На китайском, ну мне, я на китайском мешаю. Какой из этих плагов заряженный, мы не знали. То есть, соответственно, мне пришлось просить своих коллег, друзей, мы юзали практически все цилиндры, чтобы понимать, где там внешний плаг, где там внутренний. И вот как раз этот цилиндр, где внешний плаг заряженный, антипикинг есть, а тут нет. И как это происходит, сейчас покажу, когда нет антипикинга. То есть, не, все пины, драйвер-пины фигурные, но вот самого антипикинга нет. И как это влияет, я сейчас покажу. То есть натягиваем этот цилиндр, идем просто по затирам. Ну тоже, конечно, нежно надо все делать. Но я иду уже просто так по затирам. Этот ряд отработал условно. Ставим натяг. И просто идем от первого до последнего по затирам. Ну тоже с обраткой, потому что, говорю ж, грибовидный есть. Четвертый. Вроде поставил. Ну и пятый. Не хочет разворачиваться. Вот так история все быстрее, шустрее и милее. Вот такая была у нас ситуация с этими цилиндрами. И такая у этих цилиндров история. Но в принципе мы их практически все продали. Закончили там на этом этапе бизнес-проект, потому что ну, не могли контролировать качество в Китае. Но всегда можно этот проект возобновить, потому что идеи... Ну, время прошло, 10 лет или 15 лет прошло. Можно этот цилиндр, конечно, еще и поярче подзарядить. В общем, всем, кому понравилось, ставь лайк, подписка, пишите комментарии. Ну и всем хорошего дня, всем мирного неба.